Виктория! Виктория! Да, можно! От Сулянова скажите частный самолет, пускай мне закажет, на хату надо срочно 2 числа. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Фикосинга. Этот соперник привил неуважение ко мне. Вот это всякие такие шерстяные движения, как выскочка. Я сказал, я как мужчина буду все это решать здесь, в клетке. Если какие-то еще вопросы есть, я готов в любом месте ответить за это. Так, друзья, сейчас у нас очень быстрая пауза и интересная новость исключительно для тех, кто увлекается ставками на бокс, ММА, кулачку и прочие единоборства. Bet City увеличил бонус для новых игроков. Переходите по ссылочке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Но всегда в голове держите, что история это исключительно интереса ради, а не заработка для. Я породил эту игру, я породил этот бизнес. Здесь теперь все будет по моим правилам. Ага. Настоящая история, настоящий чемпион, настоящий гангстер. Теперь здесь я. Боец, я вот это весовые легчайший полулегкий вес. Они сейчас на грани вымирания. Я буду их возвращать. Воскрешу, так скажем. Ага. Воскрешу в плане спорта всего этого. Я не Всевышний. Всевышний может только убить и воскресить. Убрать и воскресить человека. Я не могу этого сделать. Я в плане спорта имею это в виду. Поэтому газ держим дальше, я очень впечатлен. Я, если честно сказать, я в это не верю. Теперь потихоньку начинаю понимать, что это все... Ты в большой игре. Я в большой игре, я, черт возьми, в большой игре. Давай следующий вопрос. Набил. Мне вот одно интересно, ты смотрел мой обзор, я видел, да, позавчера, по-моему, репостил. И я говорил, что апсет здесь может быть, хоть ты был андердогом, ну ты сам понимаешь, по всем этим параметрам. Я ответил же на эту историю. Да. Но откуда локти? Откуда у тебя локти? Вот чего я не ждал это на работу локти? Когда уже просек его, начал понимать, что подождите, я вам сейчас... Что я вам ответил, Шейла, вот ты помнишь?
Конечно, не помню, потому что я не был чемпионом. Теперь я чемпион, теперь ты здесь стоишь. Подожди, я тебе сам сказал об этой истории. Как тебя, черт возьми, зовут? Здесь Тони Фергюсон, здесь Конор Макгрегор, здесь Хабиб Нурмагомедов, здесь все в одном. Я говорю, я еще раз говорю, я это... Мой отец звонит, подожди. Папа! Я забрал, он не покает сильно. Все эмоции не особо любит оказаться. Но я знаю, что внутри отец очень сильно радуется, он очень сильно это хотел. Папа, это твой поезд, папа. Он домой летит, папа. Он домой летит. Теперь мы очень много денег заработаем, папа. Иншаллах, иншаллах. Молодец, Набишка, молодец. Достойно. Первый, кто у меня верили, папа, это вы. Вы мне писали, вы мне звонили, вы говорили, что ты это сделаешь, я это сделал. Альхамдулилля, папа. Не сомневались, да. Не сомневались. И на секунду. Расскажи, где... Это Цулянову, скажите, частный самолет, пускай мне закажет на хату, надо срочно 2 числа. Где вот, ты же базовый сандаист. Да, базовый сандаист, базовый грэпплер, базовый, кто по кайфу, короче. Ну, коренная у тебя такая база, это санда, правильно? Да. При этом ты выиграл, по сути, бой за счет, там, в первом раунде свипнул, во втором раунде свипнул. А где, то есть, так набрал борьбу и когда? Екатеринбург. Мне говорили, все, наоборот, в Дагестан летят. Зачем ты туда, в разные места, в разные города? Тренер, подойдите сюда. В Екатеринбург я прилетел. Я верил в то, что не... Если честно, школа санда, школа, говорю, ММА в Дагестане хорошая, но когда ты в разные города ездишь, с разных городов набираешь опыт, он же по-любому растет. А то, что я в Дагестане, я 19 лет в Дагестане, я же одно и то же получаю. Мне нужно что-то новое, вот человек, который очень во многом мне помог со всеми ими. Мы сделали этот тренер. Аби, вот расскажи, на тебя, получается, в 19 лет свалилось сейчас так много, а ты чувствуешь, что готов к этому вот ментально? Потому что сейчас уже там звонки начинаются, еще это, что-то. Я же говорю, вот это ментальность, вот это все я породил, я же еще раз повторяюсь. Ментальная разгрузка, я еще за день, за пару дней, то есть до того, как это я принял, я начал понимать, ментально грузиться. Вы представляете, нашел 1 килограмм, тебе бой за поезд предложили, это же не просто, ты же должен подумать, лей, зачем мне это надо, то все 19 лет, тот очень хороший, 6-0 рекорд и так далее, что только мне не говорили, вы не поверите, мне 1000 звонков было в тот день, когда я бой принял. 1000 звонков, когда это выставили, ты это не сделаешь, Наби плохой, Наби нехороший, что Наби можешь, какой партнер, на него приколите, он там, второй раунд он уже умирает, второй раунд он убивает, так скажем. Я имею право говорить, теперь мне никто ничего не сможет сказать. Теперь я еще как буду разговаривать. Теперь я еще как должен разговаривать. Я должен бабки зарабатывать. Это не тот гонорар, который у меня сейчас по контракту. Меньше 5 лямов я не разговариваю, то ли с Ляну. Так а сейчас у тебя будет как-то пересмотр контракта с поездом? За деньги я поступил, в первую очередь, благодарен Сулянову. Вот за этот бой, за то, что он его сделал. Что-то вытаскивать с него, вот эти моменты я не буду делать. Если бы не хардкор, если бы не Толя Сулянов, этого не было бы. Обо мне не узнали бы. И хочу сказать молодым пацанам, которые вот так чуть ментально ломаются, не хотят этого делать, не хотят вот так вылетать на сборы, на соревнования, у которых там денег нету. Валла, если вы захотите этого, и деньги везде найдете, вы вылетите на сборы. Очень много людей со мной вот так вылетали. Каримула, вот, верил. Что хочу сказать? Очень много я что-то разговариваю здесь. Байра, Байра, ты что за легенда, ле? Байра! Ты что за легенда? А он же стушку понял. Лахма, Лахма! Лахма, ты видишь, да, вот это? Баркала, брат мой. Лей! Я в Турции вылетаю, братец. Лахма! Я в Турции улетаю сейчас, с поясом. Все, просто скажи, когда мы тебя здесь ждем, все толпой с братьями. Все, звонок будет по-любому, братец. Вот пояс, видишь ты его? Все, ждите, братья, я лечу, улетаю. А когда не ждали у тебя, когда не ждали? Это же Лахма тот самый, который в Москву порядок наводить приехал. Да, Лахма мужчина, если честно. Скажите, пожалуйста, а почему вот вы уехали из Дагестана? Там нет работы, там плохое образование или... Нет, просто своих бить не хотим. Достойнейшие. Некоторые моменты, некоторые слова и так далее. Вот это даже качество некоторые. Некоторые такие качества я именно от этого человека беру. Может, он очень хорошо разговаривает. Все, что есть, все, что на самом деле в этой жизни есть, он прямо говорит. Прямо линейный человек. Вот это прямо линейный, если мне нравится. Поэтому я слежу за ним. Так, на связи.
внимание! Боец, который готов на 12-часовом отрыве выйти из постели на медаль. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Алсер, спасибо тебе огромное, что ты в этот вечер с нами. Это правда многого стоит, это ответственное решение. Я знаю, что ты человек спорта. Твоя жизнь – это спорт. Ты постоянно в тренировочном процессе, в весе. И ты не думай, вчера уже в ночи принял мое предложение подстраховать этот бой. Скажи, что для себя это такое, Алсер? Всем ассаламу алейкум, приветствую всех. Oh!
очень легко очень. Что вы свистите? Это был достойный бой. Тагир чемпион бывший. Я настоящий. Нравится вам это или нет? Октагон, пожалуйста. Шавкал Чурчаев, который 30 минут назад обещал нам здесь рвать и метать в октагоне, 5 минут назад покинул ЦСКА-арену. Единодушный. 30-27. Таким образом, единогласным решением победу одержал Мухаммад Персидский Дагестан! Шайтати!
Сколько в лифте поместимся? Артур, давай мы фаражу скинем, сделаем. Пришел лифт. Первая партия. Какие у тебя сейчас эмоции по отношению к Шовхолу? Ты как-то так прям очень смягчился сразу в клетке, стоя. Просто так, пусть поскорее, ну, выздоровлю. И потом дальше будем говорить, обсуждать. Но надеемся, что так не будет. Это очень неприятно. Так, а тебе еще интересен бой, вот этот, учитывая ситуацию сегодняшнюю? Ну, это уже мы решаем потом. А так, выздоравливай, решим. У него время было больше меня. Профессионал и знает свое дело. Вот человек, он за последний день 8 килограмм гоняет. Если провис, это нет. Так что можно как профессионал подойди и делать свои дела. Так что потом выздоравливаешь и делай.